Хотя, знаете, журналисты пишут, что сейчас баллоны будут, и все. Сейчас идет чемпионат, понимаете, если они специалисты этого дела, то они не должны такие глупости писать, потому что людям даже по-хорошему выспаться нет, не только там баллоны таскать. Да? Привет! Теперь я уверен, что Владимир Крикунов, сделав, скрестил два пальца, ведь в этом случае можно слукавить. У «Динамо» вчера началось, а ведь впереди две игры. Теперь-то я верю, что у «Динамо» будет все в порядке. Главное событие Европы – матч «Авангарда» против «Адмирала» в Балашихе. На втором месте – встреча между Виннипегом и Флоридой в Хельсинки. Игорь Еронко рассказывает о матчах НХЛ. Игорь, как тебе русские игроки в Хельсинки на матче? Важные ли роли исполняют Киселевич, Додонов, Куликов и Мамин? Ну, Куликов провалился, за что и был посажен еще посередине первого матча, но у него проблемы со здоровьем были большие, и после операции он пока форму не успел набрать. Как он сегодня мне рассказывал, у него были периоды, когда он из машины не мог вылезти, приезжая на игру, допустим, это было в Баффало так. И он все откладывал операцию, ему говорили, не лезь в спину, потому что спина, операция на спине, это всегда все дико серьезными последствиями. Но сейчас все в порядке, но говорят, форма будет нормально. Мамин не понравился сегодня по двум периодам. И совершенно логично, он не попал в состав на первый матч. То есть, ну, старается, что-то пытается, но ничего плотного из этого не выходит. Киселевич стесняется пока слишком. То есть он может больше намного. Был такой характерный эпизод в первом матче здесь, в Хельсинки, когда был отложенный штраф, ему 4 раза уводили на бросок, он не бросал, отдавал передачу, мол, ну, я пока не буду там красоваться или что. Ну, а Додонов, на самом деле, уже мог, ну, 6 шайб, может быть, даже больше настрелять. Моментов наверняка много, он лучший игрок в составе обеих команд, я даже. Ну, вот, четко лучший игрок. Несмотря на то, что Лайн в первом матче сделал хит-трик, тут Додонов выглядит просто монстром. Он, кстати, поймал только что Лайна на жесткий хит, я не ожидал, что такое, в принципе, возможно. Додонов прибил Лайна, ну, это было круто. Ты недавно был на матче КХЛ, теперь видишь матчи НХЛ, хоть и в Европе. Слишком ли большая разница? Долго ли им идти к нам? Ну, если мы смотрим на какие-то третье-четвертое звенья, да, то большой разницы нет. Ну, если исключая там ситуацию в Виннипеге, где в третьем звене играет Лайна. Но если мы смотрим на топ-тройки, там, на Шайпина, Уиллера, на Баркова, на Додонова, то такие игроки, они очень сильно выделяются. И, ну, таких мастеров в КХЛ там пара человек от силы. Ты видишь, насколько они круто на такой скорости могут играть, как здорово вообще обращаются с шайбой. И что дико поражает, это бросковая подготовка там. Броски, вот как бросают здесь люди, это просто потрясающе. Такого в КХЛ вообще не выдашь. Ни у какой команды, ни у ЦСКА, ни у СКА, ни у какой. Само качество игры, качество хоккея. Вот ты был, последний матч твой был в «Авангард» «Динамо» Минск. Сейчас ты видишь «Виннипег» «Флорида». Разница большая вот в этом смысле? Ну, примерно в полтора раза выше скорости, так, по ощущениям. Конечно, это грубо, даже очень грубо. С большими допущениями, площадка-то уже здесь специально заузили до 26 метров, но, ну, действительно, намного все быстрее. И если, конечно, тут ошибок тоже хватает, особенно от некоторых персонажей, но если какой-то пас можно отдать тонкий, то его отдадут. Если можно попасть в какой-то свободный угол, то туда, скорее всего, попадут. Четко здесь поражает, и насколько быстро решения принимаются. Это круто. То, что матчи КХЛ, матчи НХЛ проходят так близко, ну, это вообще на территории КХЛ они, в принципе, проходят, это как-то нам мешает, помогает или вообще без разницы? Ну, не случайно сюда, например, глава пресс-службы КХЛ приехал посмотреть, что здесь происходит, почему, как. По-моему, для нас это шанс чему-то научиться, смотреть, как можно играть в хоккей, что можно вокруг этого хоккея устроить, как можно привести две команды куда-то
совсем другую часть мира, да, и не устраивать из нее 9-0 или 7-0, а сыграть хороших два таких конкурентных матча. И вот сегодня Флорида ведет, причем абсолютно по делу, она еще должна была выигрывать. И при этом это команда снизу турнирной таблицы, которая ни разу не побеждала в основное время. Но все знают прекрасно, что Пентерс могут приехать там в гости кому угодно и кому угодно надрать задницу. В отличие там от КХЛ, где от аутсайдера битва в матче с лидером у него в гостях ожидает, ну, просто глупо. Мне тут очень нравится. Ну, вот надо брать пример со всего того, что здесь происходит, и в первую очередь с конкурентоспособности команд НХЛ и переноситься к нам. Ну и живи там. Слышали? Там были люди из КХЛ. Возможно, уберут совместные пресс-конференции. Об этом я говорю 3 года. А то ведь случаются такие конфузы, как в Магнитогорске. I lost my time out and I have to get more time. Чаповский. And that's why I chase Чаповский and Яни Калниц. Не совсем я понял. Вот именно. А надо, чтобы все понимали. В НХЛ свои проблемы, в КХЛ свои, но ближе всего нам по-человечески проблемы высшей лиги. Шавдыка, надеюсь, что будет играть, ну, если не с Раркой, то точно будет со Звездой играть. Просто там чуть-чуть непонятно получилось с заявкой. Заявили под одним номером, оказывается, этот номер занят. Несогласованные действия привели к тому, что он сегодня не играл. С циферками запутались. Бывает. И последнее. Вратарь Иван Налимов снова стал свободным агентом. Вот как бывает. Совсем недавно он привлекался в сборную, был проспектом Чикаго, а теперь уже снова безработный и уже второй раз за сезон. На этом я прощаюсь с вами и напоминаю, как все быстро проходит. До свидания. Слушай, ну хорошо будет на Кубке мира. Тебя отпустят в Адмирал? Это же в сентябре. Вызвали бы меня еще. Ну уже это решено наверняка. А кто сильнее тебя? Давай посчитаем. Ну Сорока, да? Сорока вообще. Ну Третьяк поедет еще одним. Шестерка. Потому что... Ай, шестерка. Извини. Прости.